Привет, друзья! Публикуем кадры испытаний новых российских патронов «Игла», предназначенных для перехвата дронов. Испытания проводил журналист Алексей Егоров. Антидроновые патроны «Игла» уже выпускаются серией «Игла-30», «Игла-50», «Игла-100» и «Трейсер-75». Цифра в названии обозначает оптимальную дальность поражения цели в метрах. Каждый патрон выполнен в гильзе определенного цвета. Выпускаются калибры 12.70 и 12.76. Патроны предназначены для Минобороны и спецподразделений. В свободной продаже их не будет. Получат ли их массовые войска, пока неизвестно. Оптимально использовать сразу все патроны, заряжая всю серию. Это позволяет поражать дрон сначала вдалеке, а потом вблизи, по мере его подлета. Первым стреляют патроном Трейсер-75, так как он трассирующий. Патроны Игла-100 содержат дробь из сплава вольфрама, никеля и железа. Они пробивают алюминиевую пластину и наиболее эффективны. Кучность стрельбы патронами Игла-100 – 80-90% при стрельбе в круг диаметром 2 метра на дальности 100 метров. На видео показана стрельба патроном Игла-100, дистанция около 60 метров. Более подробно в программе Алексея Егорова. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.